чувствовал, что... Я ничего не чувствовал, но потом, когда я лежал в больнице, вот люди сюда пришли из госпиталя Бурденко, я хочу, чтобы вы поприветствовали этих людей. Спасибо. Я подумал, что у нас была страна, она стала чем-то другим, многие связи разрушились, но самое ценное, что мы с вами нашли друг друга в этом мире. И эти связи оказались настолько сильные, что они позволили мне остаться в живых, во-первых, прийти в себя, во-вторых, дойти до этой благословенной сцены, спасибо ее организаторам, и вспомнить свое «я», которое составляете вы. Вот. Большое вам всем спасибо за вашу моральную поддержку. Всем, кто мне звонил, всем, кто обо мне думал, всем, кто как-то прикасался ко мне своим «я». Вот. Большое вам всем спасибо, люди. Большое спасибо. Я подумал, что мы все с вами сможем. Мы сможем все в этом мире до тех пор, пока мы будем думать о другом, как о себе, пока мы будем помнить о том, что ты не один в этом свете. А мы действительно не одни. У нас у всех есть огромное «я». Вот в перерыве мы увидим это «я». Это вот все мы. И как бы нас не уверяли в том, что мы не такие, мы не так говорим, мы не так себя ведем, это все на самом деле неправильно. Мы такие, какие мы есть. Мы прекрасные, красивые, умные, добрые, я это подчеркиваю, люди, которые на этом свете просто немножко сейчас запутались. Но я думаю, что с помощью самих себя, с помощью наших привычек, нашего искусства, наших лыж, мы выйдем на дорогу, которую мы уже с вами нащупали. Вот. Я хочу вам еще раз сказать большое спасибо, люди. Первая песня. В небе жаворонок кружит, а вокруг него пуль медь. Вот это наша с тобой жизнь, это наша с тобой смерть. Это наша с тобой жизнь, это наша с тобой смерть. А как летаешь, шаром кружишь, так сразу в клеть. Это наша с тобой жизнь, это наша с тобой смерть. Это наша с тобой жизнь, это наша с тобой смерть. Пуля дура под ухом визжит, ох, не даст нам с тобой постареть. А это наша с тобой жизнь, это наша с тобой смерть. Это наша с тобой жизнь, это наша с тобой смерть. Моя радость в грязи лежит, мое горе умеет петь. А все про нашу с тобой жизнь, да про нашу с тобой смерть. А все про нашу с тобой жизнь, да все про нашу с тобой смерть. Кружишь над землей, тонкая дождя сетка. За ворот шинели струйкой вода бежит. Крошенным углем черная твоя метка. Сладкая судьба в нынешней России жить. Затупились кости, ножи, истрепалась плоть, блеть. Да все об нашу с тобой жизнь, все об нашу с тобой смерть. Все об нашу с тобой жизнь, да об нашу с тобой смерть. Эх, с пропором припала жизнь, просто плюнуть да растереть. А эту нашу с тобой жизнь, эту нашу с тобой смерть.
миг. Да ты мне только одно ответь, что же это у нас за жизнь, что же это у нас за смерть? Эй, товарищ, топор держи, а если сможешь поймать, суметь, а все про нашу с тобою жизнь, а все про нашу с тобой смерть. Я прошу прощения. Премьера песни. Вообще, что самое главное в мире? Я так не думаю. Самое главное, ребята, не терять темпа. Походная песня. Про наших. Из цветов и шуток, из травы и роз я построю утро золотистый мост на мотив несложный. На русском языке, друзья мои. Вот.
Кстати, здесь есть замечательные люди, которые мое творчество терпят уже который год. И некоторые из них даже уже пожелали что-то спеть. Поэтому я хочу сказать, братцы, если кто-то что-то помнит из моего песенно-творческого наследия, пожалуйста, пишите записки, и я с удовольствием спою. Вот. Вслед за мной выйдет замечательный человек на сцене, который вы все знаете и любите. Это наш действующий президент Владимир Владимирович Городзейский. Вот, президент клуба «Чидейки», который у нас на сезон выбираются президенты. Вот наш президент сейчас выйдет после этой песни. А сейчас я вам спою песню, которая была написана на день рождения замечательного мужика, прекрасного человека по имени Джексон, который по своим размерам и по размерам души мог заполнить любые объемы, независимо от времени суток, времени года и состояния души у себя и у своих окружающих, с которым всегда было приятно находиться просто в одном вагоне метро. Вот. И у него был день рождения, он мне позвонил и сказал: приезжай, просто приезжай. Ну и вот получилась такая. Посвящается всем вам. Дыхание пар уходит в небо, туда, где ввысь, туда, где ночь, туда, где я ни разу не был, где полдень сын и полночь дочь, туда, где я ни разу не был, где полдень сын и полночь дочь, туда, где мир всегда в начале и теплый ветер у виска, куда-то ходят лишь печали и отлетает прочь тоска. Твое дыхание в небе тает, как ввысь поднятая рука. И тот, кто теплым выдыхает, меня поймет наверняка. Оно растопит все сугробы и птиц в полете ободрит, и ледяные скалы злобы в людей обратно превратит, залечит раны и обиды, разгонит стаи облаков. Лишь только был твой теплый выдох, что в небе тает высоко. Лишь только был твой теплый выдох, что в небе тает высоко. Дыхание пар уходит в небо, туда, где ввысь, туда, где ночь, туда, где я ни разу не был, где полдень сын и полночь дождь, туда, где я ни разу не был, где полдень сын и полночь дождь. Спасибо. Ну вот, а сейчас, друзья, я хочу, чтобы вы духовно приготовились. Сейчас вас ждет встреча с настоящим искусством. Вот. Первая часть, это, я же говорил, мое видение нашего клуба. Это наш партийно-хозяйственный актив. Это столбы, на которых стоит здание клуба. Кто, у кого дача есть, знает, что нужно как минимум 4 столба. Вот 4 столба сегодня будут представлены. Прошу прощения. Это, конечно, не столб, это я столб. Да. Итак, первая основа нашего клуба. Владимир Давыдович Городзейский. Добрый вечер. Ну и сегодня мне будет помогать замечательный гитарист, художник, поэт Владимир Глотов. Ну и первую песню, с которой бы я хотел начать, она родилась после летнего посещения наших любимых Кавказских гор. Я в середине лета вдруг снова встретил вас,
закаты и рассветы. И это все для нас, для нас Кассиопея и Млечный Путь для нас. И я, представьте, млею, когда я вижу вас. Лучитесь ясным светом, мерцание светил. Зимою, а не летом, я раньше вас любил. Но белые одежды вы сбросили давно. Мне с вами быть, как прежде, увы, не суждено. Вы изменились очень, я даже удивлен. Я также озабочен и несколько смущен. То холодны, строптивы, то веселы, легки. Но, как всегда, красивы и броситесь в стихи. То вдруг опять капризны, и в этом не скрою укоризны, и мы опять на «вы». Как подойти, не знаю, не знаю, что сказать, но вам я пожелаю еще прекрасней стать. Ваш темперамент блещет, вы в этом не подставь, но мне зимою легче вас было покорять. Так хочется вернуться зимою не сейчас, ведь надо же свихнуться, чтоб так влюбиться в вас. О ком же ночью лунной все это написал? С гитарой шестиструнной кто так меня достал? Ни слова о фигуре, ни слова о глазах. Все потому, что песня вот эта о горах. Ну, вы видели, какая нынче стоит погода, то гололед, то гололедица. И вот, вспоминая об этой погоде, я хочу спеть песенку, которая как бы на автомобильную тему. За рулем стихи пишу и рифмы черпаю в мозгу. Я на дорогу не гляжу, да я не то еще могу. Во-первых, налицо прогресс, мне незачем смотреть вперед, ведь увольняясь с ВВС, я взял с собой автопилот. Я, во-вторых, в одном лице пилот и штурман и стрелок. И на Садовом я кольце в своем эспера царь и бог. Я первым хоть куда приду, пускай по льду, пускай в снегу, водозаправку на ходу пока освоить не могу. Еще бы лошадок мне чуть-чуть, и там, где руль штурвал, его подать слегка на грудь. Я бы над Москвой летал, и пробок я не замечал. Я не люблю ГИБДД, как раньше не любил ГАИ. Куда ни глянь, они везде и бьют всегда не на свои. На неприязнь мою к себе все тем же платят мне в ответ. Вся жизнь борьба, и в той борьбе с меня хотят слупить монет. Когда же за рулем напьюсь, чтоб равновесие не терять, я за коленочку держусь. Его так легче сохранять, и так приятнее сохранять. А почему не где-то она здесь. Вот она! Вот.
нашем тихом дворике коротали времечко. Бабушки за двориком, мальчики и девочки там играли в салочки и часами прыгали все через скакалочку, все через скакалочку. Детские веснушечки на невинном личике до сих пор не стерлися, метки на наличнике, но родному папочке с ней уже не справиться, с белокурой бестией, доченькой красавицей, доченькой красавицей. В банке распускается вешней вербы веточка, но уже другие нам ставят жизнь отметочки. Мне с годами кажется, что земли прощение все же ускоряется, всем на удивление, всем на удивление. Знаю точно, тормоз есть, только силы тайные не хотят никак принять меры чрезвычайные. В залихватском кружеве мы с планетой вертимся, и с тобою, милая, все никак не встретимся. До того и с планетную смазан добросовестно, и сие усердие, скажем прямо горестно, дни и годы щелкают, как рубли на счетчике сломанных скамеечки в нашем тихом дворике, в нашем старом дворике. Знаю точно, тормоз есть, только силы тайные не хотят никак принять меры чрезвычайные. В залихватском кружеве мы с планетой вертимся, и с тобою, милая, все никак не встретимся. Пропал интерес, за тебя не дам я больше рубля. Не нужна ты мне ни в платье, ни без, без тебя не пустеет земля. На востоке снова солнце взойдет, и все так же в океане прибой. Только что же мне житья не дает, что же тянет меня там за тобой, а других нет, мы все о себе. Даже капля точит камень долбя, мы же люди, мы такие, как все. Мы готовы слушать только себя, за высокой сплошною стеной я построю себе замок в горах, и от мыслей своих сам не свой, утонув в своих глупых стихах. Будут строки против волн бурных плыть, будет ритм так хлестать, словно плеть.
почему же мне тебя не забыть? И тебе меня забыть не суметь. Гитарист нормальный, кроме него самого. За это мы его любим, ценим и уважаем. Валерий Медведков. Моя девочка спит на ладони моей. Покрывала из грез. На ресницах непостроенный мир из безоблачных книг. Это свет не пряжа. Время на спице. Приходит день, настанет час, и ты войдешь, как в первый раз. И это ты не учиться из-под ног. И будет свет в твоем окне, и будут свечи на столе, и музыка в слиянии дорог. И будет свет в твоем окне, и будут свечи на столе, и музыку слияние дорог, что изменит года для меня и нее, что положено нам, все, конечно, придет. И заглядывал во все, это счастье мое. Время снова весна, а копеек ее счет. Приходит день, настанет час, и ты войдешь, как в первый раз. И это ты не учиться из-под ног. И будет свет в твоем окне, и будут свечи на столе, и музыка в слиянии дорог. И будет свет в твоем окне, и будут свечи на столе, и музыка в слиянии дорог. Моя девочка спит на ладони моей, покрывала звезд. На ресницах построенный мир, пусть останется с ней, пусть останется светлый пряжа. Настанет час, и ты войдешь, как в первый раз. И это ты не учиться из-под ног. И будет свет в твоем огне,
и будут свечи на столе, и музыка всем дано. И будет свет в твоем огне, и будут свечи на столе, и музыка в слиянии дорог. А сегодня меня как бы Миша обозвал столбом, ну, все равно приятно. Поэтому вот он что заказал, то сегодня и пою. Па-па-па-па, чики-чики, па-па-ра-ля-па-ба-ра-у-а, чики-чики, па-па-ра-ля-па-ба-ра-у-а, чики-чики, па-па-ра-ля-па-ба-ра-у-а. В диге лежи, ковка лыжи, кольми, гуляет на ближе, в ниже, у него суровый вид. На седьмом этаже водки снега не хватает, он не ест, он не пьет, и все жорже, но не спит. А на седьмом этаже водки снега не хватает, он не ест, он не пьет, и с чужой женой не спит. А в горах снова снег, да не лопкая, да шанхая карнавальный сезон. Там не надо долго ждать, послушайте, что я дернуть ручку от трамвая, хоть пешком, хоть ползком, хоть шанхайки убежать. Па-па-па-па, на плечах горнолыжник бежит, и улыбка во всю рожу, на Эльбрус, на чеке у него билет в руках. А горнолыжник бежит, и улыбка во всю рожу, на Эльбрус, на чеке у него билет в руках. Ковка лыжи, гони, гляет на ближе, мы ближе, у него суровый вид. На седьмом этаже ковки снега не хватает, он не ест, он не пьет, и с женой чужой не спит. А на седьмом этаже ковки снега не хватает, он не ест, он не пьет. Шагов. В принципе,
старое разбитое зеркало, брошенное за ненадобностью, лежит на своем месте. И его таинственный мерцающий свет наводит образы тому минувшей дни. Thank you.
Курский вокзал. Лязг вагонов и гул поездов, суетливый и шумный перрон. Темно-пепельный снег и крикливое стадо ворон, и исчезающий с первым мостом перекресток больших городов, где мостам нет числа и не счесть поездов. Курский вокзал запутавшихся судеб ночлег, дом бродячих собак и коллег, где стекло и бетон, как надгроб из русских имен. Курский вокзал, перекрестие российских дорог, где не все прошагал и остаться не мог. Девочка на том берегу машет, а журавль улетел. Настигла звезда, ждал другой купейный вагон. Крошечные мысли в мозгу, вот опять чуть-чуть не успел. Мы уже на том берегу, а журавли вновь улетел. Но так случается, что нет, то не раскаяться, и не сбываются в дороге сны. Обиды жгучие, слова колючие, напрасно мучают они. Все, что пророчится и сердцу хочется, у одиночества не спроси. А что заказано, любовью связано, то не забыть и не перелюбить. Запутавшихся судеб ночлег, дом бродячих собак и коллег, где стекло и бетон, как надгробие из русских имен.
Курский вокзал. Время встречи и потерь сыновей. Здесь Чечня и Афган. Путь отсчета врагов и друзей. Но так случается, что не расстается, не сбиваются в дороге сны. Обиды жгучие, слова колючие, напрасно мучают они. Все, что пророчится, к сердцу хочется, и одиночество не спроси. Всем, конечно, но он хорош еще и тем, что опора нашего клуба – это женщины. Без вас, дорогие наши, невозможна наша деятельность, бессмысленно наше существование. Все деньги, которые мы зарабатываем, катаем – это все выброшенные на ветер. Но когда вы присутствуете в зале, вы смотрите на нас своими глазами, все это имеет конкретную цель – запудрить вам мозги. Я вам честно скажу. Похлопайте, да, вот. Вот, вот он, мужчина, встань, поклонись народу. Вот, Олег Скира. Друзья, скажу вам честно, поскольку жены нет в зале, эту женщину я люблю давно и сильно. И ничего с собой сделать не могу. Я увидел ее в Терсколе на вечер гитарной песни и упал на пол. То есть я, мое туловище осталось в вертикальном положении, но все остальное упало на пол и разбилось в дребезги. Сейчас вы ее увидите и поймете. Слов нет. Есть только чувства и эмоции. И она умеет владеть этими инструментами в совершенстве. Я ничего не перепутал. Вот она. Это наша девочка Чашина. Душа моя. Любовь моя безгранична. Да. Я надеюсь, что сейчас, люди, вы поймете и простите мне мою маленькую слабость. Давай, одевайся, я иду делать. Так, приготовиться Артуру Гладышеву. Я поздравляю всех, с кем я не успела встретить Новый год. Спасибо, Миша, за комплименты. Вот, с Новым годом вас поздравляю всех. Вот. И с наступающим праздником, Днем всех влюбленных, который состоится 14 февраля. И мы решили вместе с вами встретить это. Но вы еще этого не решили, вы еще об этом не знаете. Значит, я приглашаю вас на праздничный вечер в среду в 19:00. Петровка 26, метро Чеховская. Это помещение кафе, которое находится на углу дома 26, Петровка 26. Приходите, пожалуйста, после работы. Мы с вами будем играть в различные конкурсы, будем искать лучшую пару, а также конкурс «Найди свою половинку». Ну и, конечно, будет авторская песня, где споют наши любимые барды, которые здесь сидят в зале и там за кулисами находится. И будем танцевать. И, ну, и выпивать, конечно. А сейчас я
Песню, которую вы знаете, вы можете мне ее потом подпеть. Знаем, знаем. Я бы не сочинила прелюдию к этой песне. А шляпу я одела, потому что песня про осень. Уходит солнце, и осень, и пожар. Мне снова душу жжет, пусть этот сильный жар вас тоже обожжет. Я все еще люблю и вас, мои друзья, и лес, и птичьи травы, и в лужах синих глаз багряные дубравы, и крик детей, и возгласы друзей. Давай налей, неси сюда вдали, пусть туже холодок, мы сделаем глоток, потом еще нальем и вместе пропоем. Эта осень к нам с тобой сошла с картины, тонкой нитью паутины вновь связала нас. День прозрачный, полон света золотого, на меня ты смотришь снова, как в последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, догорая в листьях осень нам дает наказ. На-на-на-на-на-на. Грусть напрасна, потому что жизнь прекрасна, если ты живешь и любишь, как в последний раз. Если любишь, как в последний раз. Может, завтра суждено нам вновь расстаться, может, будет продолжаться сказка не для нас. В небе бьется треугольник штабили, на ветру горят рубины, как в последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, догорая в листьях осень нам дает наказ. Грусть напрасно, потому что жизнь, если ты живешь и любишь, как в последний раз. Если любишь, как в последний раз. На-на-на. Если любишь, как в последний. Если любишь, как в последний. Если любишь, как в последний раз. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Если любишь, как в последний. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Наш парк недорисованный художником, топят одетым искренно, и уголки афиш, как листья прошлогодние, крикливые ничьи, любимчики господние слетают, журавли, то воробьи, то ветер гонит их. С обестенелых крыш крикливой поберушкой, по пятнам ледяным обнявшись со старушкою зимой, через дворы идет любовь моя, подать ей надо бы. И только солнце жухлое, как вечная тоска, глядит, как что-то рухнуло во мне,
морозит от судьбы. Шнур тут был, Валера вот с ним. А? На какую сторону? Сюда? Дело в том, что, друзья мои, это четвертая наша опора клуба. Все дети. Пятая опора, это вы. Пятая, шестая, седьмая, восьмая, все остальные это вы. Вот. В этом году, в прошлом году, у нас появилась четвертая опора в клубе, которая оказалась настолько прочной, что по результатам ее деятельности было написано две публикации средств массовой информации. Красная звезда написала, похлопайте Красной звезде, она здесь в зале сидит. Вот. Красная звезда написала, и журнал «Горнолыжный», похлопайте, он тоже в зале сидит. Это все наше. Вот. И получилось все очень здорово. Приехал Артур Арчибальд. Арчибальд Гладышев доехал наконец-то до гор Тверского. Садись скорее, поменьше разговаривай. Вот. И мы с ним там встретились, плюс и минус, лед и камень, лед и пламень, ну и так далее. И произошел взрыв и выделение большого количества энергии, вследствие которого произошел фестиваль Тверскол 2000. Фестиваль состоял из вот его и меня. Ну, результат был замечательный. Результат был то, что, вот я говорю, были публикации. И самое главное, что мы с ним научились петь вместе, и мы споем вместе. Я хотел, вот пока еще у нас такая заминочка, я хотел сделать одно объявление. Значит, вот кому, как бы, да, вот. Значит, завтра и по субботам я буду петь в Канте. Если кому-то нравится то, что я делаю в области горнолыжной тематики, приходите с 5 до 7, я там буду исполнять песни «Громкий голос». Вот. Ну вот, а сейчас перед вами выступит лауреат горнолыжного фестиваля Тверскол 2000 Артур Гладышев. А Михаил Калинкин как? Да? А Бубин, Миша, не обусь вместе, да? Бубин. Время мало, поэтому и без ансамбля тяжело, как-то мы не собрались. Поэтому даже не знаю, что петь, то говорят не надо, то не надо. У нас друг такой есть. Леша Лысиков, может я и свою какую-нибудь песню спою, а это не такая, чтобы попробовать, как вообще слышно будет, такая блюзменовская песня. Это было, ребята, помню все, кроме дат, а имена называть смысла нет. Да ладно, слушайте, дети, музыкант жил на свете, даже если хотите, поэт. А вечерами он в баре делал джаз, вылетает, а ночами подпишет его ушлю. Правда, пропасть вины оставалась невинной, часть его расщепленной души. А в этой части хранилось то, что вам и не снилось. Сразу все, балуй больше лишь балу. Он оттуда, как в сказке, строчки, звуки и краски, до предела для нас доставал. И если был он печален, дамы плакали в сале, и мужья им дарили цветы. А когда веселился между днем и экстримусом, все тут переходили на «ты». Как-то раз на досуге угодил буги-вуги специально обученный муж. Мастер консерватории, ари и оратории, и, похоже, филолог и тому ж. Он сказал, эти штуки с точки зрения науки, чистый нонсенс, по-вашему, бред. На глаголы и ноты, то и есть мариноты, а на гения музыкант нет. Летчик тот, кто летает, горник тот подлетает, а поэт, кто мечтает хотя. Кто скорбит об отчизне, а у этого в жизни, что, пардон, кроме водки и баб. Пушкин, может быть, тоже сочинял книжки лёжа, я не помню, а врать не берусь. Но даже с ним не случалось, чтоб тоска и усталость превращались потом в ритм-альблюз. Не слыхал было дело, чтоб гитара запела и заплакала в нужный момент. Yeah! Но это ж как умудриться, научить материться, надо было такой инструмент. Поранался ученый, в чем известным ученым, и ушел, озираясь как вор. Я ногой ударил, а в прокуренном баре подлежело и рухнул топор. Кто висел на столами, словно славное знамя, приглашая всех как бы на бунт. Но не забитые из гости, не забыть про гостя, ровно
через 15 секунд. Да ладно, слушайте, дети, музыкант же у нас не даже, если не хотите поэта. Все нормально, ребята, это было как надо, а я вот пиво допью и привет. Интересные звуки у инструмента вообще. Новые звуки. А это вот из... А это вот из той темы. Да, хотелось бы пару слов, конечно, сказать про Мишу, потому что потом, может, времени уже не будет. Ну, мало ли, ну, надо про Мишу. Почему будет? Надо. Мы с ним сто лет, наверное, знакомы, но я как бы, вот в прошлом году он первый раз меня вытащил на Чигет, до этого я был в горах других, а на Чигете он буквально меня силком туда затащил, вот, холил и лелеял, мы там с ним катались, пели песни, в общем, было весело и здорово, и я что хочу сказать про его песни, потому что я раньше их слушал, но только потом уже, побывав на Чигете, вернувшись в Москву, я их понял, теперь безумно люблю. Это не просто комплимент, не пафосные слова. Действительно, человек, который побывал там, он, наверное, не может остаться равнодушен к творчеству Михаила Калинкина. Но песня будет не об этом. Я хотел что-то об этом, он сказал, не надо, поэтому другая песня будет. Из «Сквозной Америки», такая песня, старинная шотландская баллада. Их миллионы куплетов, мы сделали свои, такие, «Жена». Однажды прихожу домой, был трезв не очень я, гляжу, чужая лошадь там, и вроде не моя. Своей молоденькой жене сказал с упреком я: зачем чужая лошадь там, где быть должна моя? Что, где ты лошадь видишь там, шел бы ты лучше спать, корова дойная стоит, что привела мне мать? Я обошел весь белый свет, объездил все края, ну вот коровы под седлом нигде не видел я. Второй раз прихожу домой, и снова трезв не очень я. Лежу фуражка на гвозде, и вроде не моя. Своей молоденькой жене сказал с упреком я: зачем фуражка там висит, где быть должна моя? Что, где фуражку видишь ты? Шел бы ты лучше спать. Там миска старая висит, что принесла мне мать. И я обошел весь белый свет, объездил все края, нигде с кокардами, друзья, не видел миск я. И в третий раз пришел домой, и снова трезв не очень я. Гляжу на стуле пара брюк, и вроде не моя. Своей молоденькой жене сказал с упреком я: зачем чужая брюка там, где быть должна моя? Что, где ты брюки видишь там? Шел бы ты лучше спать, платок на херовый висит, что принесла мне мать. И я обошел весь белый свет, объездил все края, но что платок с ширинкой был, нигде не видел я. Четвертый раз пришел домой, и снова трясь не очень я. Вижу, стоят два сапога, а обувь не моя. Своей молоденькой жене сказал с упреком я: зачем чужая сапога, где быть должна моя? Что, где ты спать не узрел? Шел бы ты лучше спать. Так что сапоги стоят, что принесла мне мать. Я обошел весь белый свет, объездил все края, нигде со шпорами, друзья, не видел бедер я. И пятый раз пришел домой, был пьяный в сельку я. А на подушке голова, и вроде не моя. Своей молоденькой жене сказал с упреком я: зачем чужая голова, где быть должна моя? Что, где ты голову узрел? Шел бы ты лучше спать. Качай капусту там лежит, что принесла мне мать. Я обошел весь белый свет, объездил все края, ну чтоб качан с усами был, нигде не видел я. Ну что, друзья, первое отделение неумолимо подошло к концу. Сейчас будет перерыв, и вы сможете отдохнуть от нашего творчества. В конце первого отделения я бы хотел, чтобы вы сейчас поприветствовали людей, которые организовали этот концерт. Я бы хотел, чтобы вы поприветствовали Евгения Ивановича.
который терпит нас, авторов-исполнителей, что уже само по себе заслуживает отдельной зарплаты, а также зрителей и все остальное, а также Людмилу Григорьевну, да? Людмила Григорьевна, она была здесь, но она сейчас, она душой с нами, пожалуйста, похлопайте еще раз. Спасибо. В этом году на горе Чедет родилась популярная народная горнолыжная песня, которая требует вашего вмешательства. Как там, да? Так. Только нужно, чтобы вы помогли. Ну. Дремлет притихший южный поселок, новые лыжи и вещи молот. Летим по Чедету, спасатель не спит, меня тут влетает на доски бандит. Досочник, я убью тебя, досочник. Я убью тебя, досочник. Я убью тебя, досочник. Я-я-я-я-я-я, досочник. Я убью тебя, досочник. Я убью тебя, досочник. Я убью тебя, досочник. Что ж ты не смазал крепление маслом, а он все глядел и вот так улыбался. Вижу спасатель на сверху сосет, выслали любую тему просек. Досочник, я убью тебя, досочник. Я убью тебя, досочник. Я убью тебя, досочник. Я убью тебя, досочник. Ой, я убью тебя, досочник. Я убью тебя, досочник. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц скончается нам, скоро нам ехать домой. А там досочник. Я убью тебя, досочник. Я убью тебя, досочник. А я убью тебя, досочник. Я-я-я-я-я-я-я, досочник. Я убью тебя, досочник. Я убью тебя, досочник. Я убью тебя, я убью тебя. Я убью тебя, досочник. Ансамбль «Сувенир, но не подарок» в составе Ирина Чашина, Артур Гладышев. Спасибо. Ну вот, друзья, мы тебя все любим. Нам иногда так не хватает. Да, спасибо. Если возможно, исполнить песню «Счастье». Да, спасибо, я это спою. Вот, спасибо, люди, спасибо вам за терпение. Миша, да, вот, последнее, ну, сплошные объявления. У нас, вы знаете, клуб — это дело непростое, там постоянная оргработа идет, постоянно какие-то подводные течения. Вот, во-первых, сейчас объявляется перерыв на 20 минут. Прошу не забыть, на 20 минут, а не на час. Вот это беспредел, который вы допустили вначале, мне стыдно перед организаторами. Вместо того, чтобы слушать искусство, кушать его, вы пили, ели, жрали там, фу. Стыдно. Значит, объявление номер два. 20 числа, следите за губами, 20 числа, это следующая пятница, по-моему, да? И вторник. Здесь будет большой-большой фестиваль, на который мы вас все приглашаем, на котором будут выступать наша туристическая братья. Значит, это будет очередной этап, финальная часть военно-туристского фестиваля авторской песни. Где будем выступать мы все, но не бойтесь, по чуть-чуть, самое лучшее. Вот. Я вас всех туда сегодня приглашаю, надеюсь, что вы придете, приведете друзей и знакомых и получите массу удовольствия от того, что проведете время 20 числа здесь. Объявление номер два. Объявление номер три. Значит, вот я уже говорил, но еще раз хочу сказать про себя, любимого, что вот то, что у нас было в альп-индустрии, к сожалению, оно закончилось. Я сейчас хотел объявить минуту молчания, но не будем. И так времени нет. Вот. Но мы плавно переползали сейчас в Кант, где проводится сейчас 14 февраля и 21 по средам будут концерты. Ну вот, а ваш покорный слуга, то есть я, поет там сейчас по субботам. С 5 до 7. Вот. То есть вот я специально там звонил сегодня, заставлял их там звук делать,
винты вкручивать, чтобы завтра кто, люди доброй воли, которые катаются на лыжах, могли приехать на Нагорное, покататься там и послушать мои удивительные, замечательные песни. Шутка. Вот. Ну, что еще я не объявил? А, и кому мое творчество понравилось, может его приобрести на компакт, на кассетах, а? И Михлюкова, да, одновременно и Михлюкова, и мое, и все на компакт, на кассетах, кассеты очень красивые. И Артура Гладышева, в общем, вот так сидит Синокос, вы можете подойти и приобрести это дело за 30 рублей буквально сейчас. Не уходи. Кофей. Ну вот, все, перерыв. Второе деление будет про горные лыжи, про женщин и про войну. Есть такое время года, которое называется лето. И против этого ничего нельзя поделать. Как бы не было нам холодно и противно. По каким бы буеракам мы ни ходили, все равно мы знаем, что это все растает когда-нибудь и уйдет в дырочки асфальта. И прорастет потом новая жизнь. И настанет солнце, желтый песок и голубая вода. До горизонта вода, а сверху солнце пятно, а в них любая беда. Уходит камень на дно, густое небо, лазурь над переменою мест. Все надо на зюль, а нам все надо на вест, а нам все надо на зюль, а нам все надо на вест. Я на весь этот срок стану носом, прилипшим к бумажке, с одиноким желанием в море упасть поскорее. Белой линией в жизни моей полосатой тельняшке светлой памятью прошлых моих пионер лагерей. Счастливая жизнь.
будто разрежет будто ножом. На весь на будущий год, на весь на будущий год. Я на весь этот срок стану носом, прилипшим к бумажке. С одиноким желанием в море упасть поскорее. Со всеми. Будет здорово. Ты выплываешь в Черное море, ложишься на спину и смотришь в небо, в котором зажглись тысячи звездочек только для тебя сейчас. Я не думаю о вечном созидательном труде, а лежу себе беспечно на спине в морской воде. Я лежу, и ветер дышит в бесконечной вышине, и спиной шорох слышу под собой песка на дне, под собой песка на дне, под собой песка на дне. Вот так. Слышно что-нибудь, брат? Особенно видно хорошо. Я хочу сказать, что... нынешняя особенность времени состоит в том, что... Я уже говорил об этом. Связи между просто людьми гораздо сильнее, чем связи, которые должны быть. И это здорово. Может быть, это правильно, может быть, нет. Я не хочу это обценивать. Я считаю, что это хорошо. И я очень горжусь тем, что сюда пришли мои друзья, которые я с гордостью себя чувствую военным сейчас. С нашими зарплатами, с нашими бедами и проблемами. Это здорово. Вот. Я думаю, что у этой страны, у нашей страны, есть надежды среди людей, которые ее населяют. Я думаю, что надежда, которая живет в военных, она еще не задействована до конца, она нас ждет впереди, и я думаю, что мы эту надежду оправдаем. Следующая часть моего выступления посвящается нам. Всем бывшим, всем нынешним и всем будущим военным, которые тянули лямку не за страх, а за совесть. Я был кокардой, каской и плюножем, я ложкой был в позавчерашних щах, я разгребал чернобыльскую сажу и Белый дом то брал, то защищал, входил в Берлин Паншер и город Грозный, тонул в подлодках, вылетал в туман, я доводил порой, хоть было поздно, идеи всех главкомов дума. Я начинал, когда вовсю пылало, и об успехе мог лишь доложить, и состояние полного врала. Вот жизни мой естественный режим, и ощущение риска так знакомо, когда у прочих валятся штаны.
Но я боялся танков и парткомов гораздо меньше собственной жены. Мои закаты, мои рассветы, мои готовность в дымовых клубах. Зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Идет любая вещь на 3-4 из-под моей бестрепетной руки. Я мир оберегаю во всем мире, а также рынки, стройки и ларьки. Я был макушкой и спиной, и шеей. Уж миль, пардон, имеем то, что есть. И пусть сегодня денег не имею, зато пока еще имею честь. Мои закаты, мои рассветы, Чечня, Баку и Целина и Бан. Зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Моя веселая военная судьба. Я был кокардной каской и плюмажем, я ложкой был в позавчерашних щах. Я разгребал чернобыльскую сажу и Белый дом добрал, то защищал. Придут кормушкам новые мессии, и время вытрет наши имена. Я был такой же, как и ты, Россия. Я был такой же, как и ты, страна. Я был такой же, как и ты, Россия. Я был такой же, как и ты, страна. Мои закаты, мои рассветы, мои готовность в дымовых клубах. Зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Мои закаты, мои рассветы, Чечня, Баку и Целина и Бан. Зима и осень, весна и лето, моя веселая военная судьба. Моя прекрасная военная судьба. Спасибо. Человек написал мне записку номер один, и я ее сейчас выполню. Песня грустная. Называется «Сокращение» или «Демобилизация». Наши тракты по-живому перерезаны. Записано в статьях договоров. Наши птицы стали грудами железными. На траву стекает масляная кровь. Через траки прорастают одуванчики. И холодные стволы зачехлены. Бродят лисы, зайчики. Выше здесь трава и больше тишины. Твоя доблесть полустертыми окопами осыпается в далекой стороне. Во своей, да во чужой стране закопана. Кто в Анголе, кто в Афгане, кто в Чечне. А живущие все менее гнушаются по законам, по чужим на свете жить. Кто с братвою на богатство покушается, кто богатство от бандитов сторожит. И глядит на нас Господь, то с надеждой, то с тоской, то с жалостью в груди. Ты ведь был непобедим, ты ведь верил, ты ведь мог. Ты ведь знал, где честь, где долг. Ты ведь знал, кто друг, кто враг. Как же так? Нельзя же так. Корабли твои ржавеют без стрелы.
движения и порезаны на вилки да ножи. Обернулась на фронтах всех поражением, по чужим законам нажитая жизнь. Это жизнь и простая, и убогая, не желающая никого жалеть, ненадобным долгам ужасно строгая. Кому пулю, кому волю, кому плеть. Наши крылья по-живому перерезаны, порезаны на вилки да ножи. Обернулась на фронтах всех поражением, по чужим законам нажитая жизнь. Обернись, дружок, раздвинь руками горести. Рано нас в потери вписывать с тобой. Мы лечимы, мы еще с тобой поборемся за страну свою, с лихой своей судьбой. Мы лечимы, мы еще с тобой поборемся за детей своих, с крутой своей судьбой. И глядит на нас Господь, то с надеждой, то с тоской, то ли с жалостью в груди. Погоди, не уходи, ты ведь верил, ты ведь мог. Ты ведь знал, где черт, где Бог. Ты ведь знал, кто друг, кто враг. Как же так? Нельзя же так! Как же так? Нельзя же брать. Нельзя же так. Другая немножко. И то, что мы с вами дружим, и то, что мы с вами катаемся, и то, что мы с вами здесь сегодня сидим, это то, что мы в этой войне идем сейчас в своей территории и обороняемся, и наступаем так, как нам этого хочется. Понимаете? И сейчас время другое, сейчас изменилось все. Самое главное, я считаю, чтобы люди были умные, сильные, добрые, чтобы они помогали своим товарищам. Вот, и тогда мы все победим. Мы победим дьявола в себе, мы победим то, что нас давит и заставляет нас не быть собой. Вот, и вот, ладно, все, прошу прощения за такое начало. Ну ладно, крайняя песня про военных. Минеральные воды, Эльбрусиада. Рядом со мной сидит человек с палочкой. Звание капитана, слушает нашу трепотню, а потом подходит ко мне и говорит: слышь, брат, позвони по телефону моей жене в Москву. Я говорю: а сам-то ты, наверное, в Москву? Он говорит: нет, я туда. Вот. Ну и вот, а жена-то где? Да говорит, вот все, уже нету жены. Потом посидел, подошел, еще дал бумажку, я еще написал телефон, еще, говорит, вот позвони. И вот была у него семья, и нету, и... Была у него какая-то такая жизнь, которая тоже стала другой. И врага вроде бы такого нет возле него. Ладно. Слышно, нормально? Была у капитана жена, пекла для капитана блины.
пришла тут капитану война и увела его от жены. А в сущности без разницы уж, война, точнее было наоборот. Война своей дорогой идет, а капитан теперь ее муж. Была у капитана судьба, где разных красок было не счесть. Теперь на его сжатых губах лишь никотин да холод, да жесть. А где-то Пугачева поет, а где-то олигархов громят. Нет, каждому, конечно, свое, да жалко молодых пацанят. Шаткий белый столик в летнем кафе и по кружке пива в секторе обстрела. Вы не обессудьте, Маус под шофе, он ведь не на службе, он живой и целый. Эй, капитан, ты не грусти, все, что случилось, оно уже сзади. Эй, капитан, если можешь прости, будет еще у нас радость во взгляде. И жизнь у капитана стена, застрявшая в холодной воде. И нервы капитана струна, которую так просто задеть. И никого не надо жалеть и громкими словами корить, а просто эту песню допеть и после посидеть, покурить. А после посидеть, покурить. Шаткий белый столик в летнем кафе и по кружке пива в секторе обстрела. Вы не обессудьте, Марс под шафе, он ведь не на службе, он живой и целый. Эй, капитан, ты не грусти, все, что случилось, оно уже сзади. Эй, капитан, если можешь прости, будет еще у нас радость во взгляде. Была у капитана жена, пекла для капитана блины. Пришла тут капитан война и увела его от жены. И увела его от жены. И увела его от жены. Я тут увидел полковника в зале. Есть они, мужики, поднимите руку. Есть, да, отлично. Ну, про полковников, Евгений Иванович. И про вас тоже, и про этих тоже, и про этих, и про всех. Про себя. У полковника ГШ нету денег ни шиша, хоть кокардами с нашивками блестит. Он уверенно идет, там где в метро бесплатный вход, а в кармане ветер весел свистит. Можно матом по врагам, демократам и долгам, по Минфину, по Начфину и Чечне. Но пройдет минутах пять, и начнут зудеть опять мысли грустные в военной голове. У полковника ГШ на работе кореша сеть коричневый до стол чего грешит. Спирт во фляге питьевой, да пустушон типайковой, все, что нужно для израненной души. А где-то город Кандагар, и на стволе пустой нога, и вертушка над зеленкой летит. Сколько он прошел засад, сколько вывел он ребят, да из последних что-то долго не уйти. Из последних что-то долго не уйти. А он не верит ни в примет, ни в политический балет. Он мужик был тогда в то лето, а вот сейчас как будто нет. И винить-то здесь кого? Да себя же самого. Кто же думал-то, что все пойдет? А вот так, что вот так ценить начнут этот самый ратный труд. И червонец превратить вдвое в пятак. У полковника ГШ по ночам болит душа. То ли от курева, то ли от веселых туп. У полковника ГШ нету денег ни шиша. Слава Богу, хоть остались честь да ум. Слава Богу, хоть остались честь да ум. А он не верит ни в пример. Но дома держит партбилет. Он нужен был тогда в то лето, а вот сейчас как будто нет. Он нужен был тогда в то лето, а вот сейчас как будто нет. Да, будет. Это будет.
Ну еще, да, можно еще одну песню про военных спою? Я вот не могу просто, еще. Как говорил товарищ Сталин, когда я увижу, что летчик обижает, я сразу хочу... А? Да, я сейчас буду про горнолыжников. Я хочу спеть про военных летчиков. Знаете, просто однажды заинтересовавшись Валерием Геннадьевичем Михлюковым, его творческой судьбой, я посмотрел его альбом, и просто мне стало грустно, потому что очень много людей из его курса уже ушло по причине разных там отказов, поломок и так далее. Ну, мы все ходим под Богом, вот, но летчики, видимо, не зря, горнолыжников так много летчиков, и лыжников так много, то есть и летчиков так много горнолыжников, вот. И вот песня, которую я сейчас вам покажу, она посвящается всем нашим летчикам, всем-всем-всем. И самым первым, которые только летали без парашюта, на ткани, на веревочках, там, на этих, на материале. Вот. И тем, которые воевали в Великую Отечественную, которых учили взлетать и садиться. А все остальное они на поле боя изучали. И тех, которые сейчас нашу технику любимую, которую делают на наших любимых заводах, они ее поднимают в воздух, ставят на крыло и делают так, что эту технику боятся потом все остальные так называемые демократические страны. Похлопайте, пожалуйста, этим людям, они сейчас взяли. В небо первыми на досках, тросах и перками летел над пыльными дорогами звук деревянного винта. Матчасть крутая и фанерная, которой мы пронзали дали без парашюта и сомнения, что лучший праздник высота. По броне спинки пули цокали, из-под капота било пламя, и мессер, выскочив из облака, очередями колотил. А мы, держась зубами в воздухе, рубили им хвосты винтами, сжав ручку кистью побелевшую. Прощай, Россия, и прости, нам ведь почестей громких не надо, нам бы просто зреть встречи разлук, чтоб количество ваших посадок, ваших взлетов равнялось числу. Что количество наших посадок, наших взлетов равнялось числу. И над лесами над карельскими, и над пустынями Афгана, над океанскими просторами и чистотою городов, сквозь грозы и дела житейские ведем свои аэропланы, судьбы полетные задания вновь выполняя он и дом. Ах, наши судьбы перелетные, где в высоте сдаем экзамен, и всякий раз билеты новые, и жизнь и смерть переплелись. А наши души самолетные летают между облаками, у них никак не получается когда-нибудь спуститься вниз. Нам ведь почестей громких не надо, нам бы просто меж встреч и разлук, чтоб количество наших посадок, наших взлетов равнялось числу. Чтоб количество наших посадок, наших взлетов равнялось числу. А нас несет по краю пропасти, между левым берегом и правым, в перкаль и композит заклепан, журавль перкалей души. Пространство разрезает лопасти, а слева смерть и справа слава. И это вечное стремление уже ничем не заглушить, уже ничем не заглушить, уже ничем не заглушить. Саша, Серега, Костя, Вова, Валера, кто еще, кого еще не назвал? Володя, всем похлопали. С годами реже, но сильнее. Куда же этого деваться? И каждый следующий раз блестит алмазом впереди,
Наверное, в 40 лет огней в два раза более, чем 20. Из поднебесной вышины на землю темную глядит. Ты обессиленный молчишь, на землю тихо опускаясь, как вознесенный к небесам беспечный тополиный пух. И старый снег со следом лыж неярким светом освещает пушинок прочих в небесах, летящих пеструю толпу. Здравствуй, девочка моя, здравствуй, радость, здравствуй, светлое мое существо. Ветерок во тьме осеннего сада, сада темного души моего. Тихо шаркая ногами, шагаю, чутко шорохи ночные ловлю. Здравствуй, девочка моя, дорогая, я тебя, наверное, все же люблю. Запах лета над осенней водой с незнакомым прилетел ветерком. Здравствуй, деревце мое молодое, что под пальцами так гнется легко. Там на веточках упругие почки и густые его плоды, и ярки. И стоит веселый ряд многоточий после каждой строки. Путь единственный тебе, это млечный, просто имя мне свое назови. Я ведь маленький стою человечком перед космосом открытым любви. И рассветы все мои, и закаты, солнце августа и снег февраля. И желание стремиться куда-то, все придется начинать мне с нуля. Все придется начинать мне с нуля. Если вы сидите рядом со своим другом, возьмите его руку, почувствуйте, что вы не одни на этой земле. Здравствуй, девочка моя, здравствуй, радость, здравствуй, теплое мое существо. Ветерок в огне осеннего сада, сада темного души моего. Тихо шаркая ногами, шагаю, чутко шорохи ночные ловлю. Здравствуй, девочка моя, дорогая, я тебя, наверное, все же люблю. Я тебя, наверное, все же люблю. Все ваши заявки исполнить. Бабку потерял! Приходите завтра. Я там буду... Миша, про горы! Миша, про горы! Да. Просто не хочется бросать тему, и я хотел ее закрыть вот такой песенкой. Сейчас. Не надо тему. Любовь, как писаная торба, топорщится коленками назад, за спиной торчит на вроде горба, который не сорвать, увы, нельзя. Она меня подпихивает к стенке и тяжело на ухо мне сопит. Она меня хватает за коленки, как бультерьер, сорвавшийся с цепи. Она стремится взять и все, и сразу, имущество, рассудок и дела, и наезжает разъяренным мазом, в котором тормозуха утекла. И я бреду в пространствах ядовитых и бормочу куплеты про судьбу. В кармане пусто, и лицо разбито, и след ее протектора на лбу. Струнную партию исполняют мы вместе с Костей. Любовь живет на поле мира, под звезд полуночный гобой. Добрал бы черт твою квартиру, когда б я не был в ней с тобой. Любовь сидит в стеклянной банке, где тесновато, но тепло, и смотрит девочкой поганка, свой нос расплющивая стекло. Любовь тарит свои дороги в неприспособленных местах. Она лежит
раскинув ноги, и совесть позабыв, и страх. Напротив нас все ставит галки в графе с названием «Дураки», и целый день бросает палки, играя с нами в городки. Любовь всегда необъяснима, проста, везучая и смела, и отпускает жертвы мимо, лишь если в пропасть завела. Так я прошу, мне очень надо и душу заражать, и плоть ее веселым, легким ядом. Мне дай Господь, да Костя, мне дай Господь, нам дай Господь, нам дай Господь, нам дай Господь, нам дай. Из Кузьмо. Господь. Федорченко, познакомьтесь с ним. Я прошу прощения. У кого есть автомобиль в зале сидящих? Есть у кого-нибудь? Нет, ни у кого. А, извините, вообще у кого есть автомобиль? Поднимите руку, пожалуйста. А, понял. Автор-исполнитель хочет записать отдельный альбом, который будет называться, ну, в общем, «Дорога, транспорт и менты». Посвящение нашим водителям... Я не могу не спеть, простите меня. И дальше будет про горные лыжи, все абсолютно. Будто никогда не видели, сорвавшись при рождении с водокачки, таинственные русские водители ведут свои таинственные тачки. То на зеленый свет стоят, как бобики, а то на красный, взвинувшись, мчатся. Их действия необъяснимы логикой, их действия познать копытка счастья. То осевые режут фантастически, то вместо газа тормоза давят, блюдя примат свобод демократических над догмами тоталитарных правил. И совершают в жизни невозможное по одному, а иногда и стали. И налетают на столбы дорожные, и просто так куда-то налетают, и достают их руки запыленные, когда гипнотисты заметут, то доллары презренные зеленые, а то, о чем уж говорилось тут. Я не слышал эту песню, вы что, нет? Дороги будто никогда не видели, сорвавшись при рождении с водокачки, таинственные русские водители ведут свои таинственные тачки. Закончу стих всеобщим назиданием: непобедима русская земля. Запомните последние две буквы. Под этим судьбоносным заклинанием, под этим всемогущим словом. Ля! Все.
У меня дома на стене висит плакат, на котором нарисована большая белая вершина с двумя холмами. И там видно все, там видно скалы Пастухова, там видно длинная гряда, которая идет туда, где был приют 11. Там видно станцию, канатную станцию «Мир». И там видно канатную станцию «Кругозор». И я смотрю на нее и ищу себя. А вдруг меня тоже сняли в это время? Хотя там лето, хотя там уже зелено и прекрасно. И я ищу вас. И в этом бумажном бытии маленькое счастье, которое можно почувствовать, посмотреть на него, буквально, когда светло. Все гляжу на Эльбрус. Из московской квартиры. На красивый плакат. С бахромой по краям. Там, где жизни лежат золотые пунктиры. И платочками машут с канат. Друзья, где контамин сдавал, я на прочность экзамен. На блестящих полях снегового листа и Европа лежит у тебя под ногами. И где знаешь, что жизнь нет, не зря прожита. Где сияет Донбасс при хорошей погоде. А погоды в горах не бывает плохой. Где созвучья живут всех прекрасных мелодий. Где соцветья живут всех прекрасных стихов. Ах, ну какой же разноцветный и отважный, в себе уверенный и невозможный я. Лечу красиво по поверхности бумажной, на край плаката за границу бытия. На край плаката за границу бытия. Где часы как года, как недели, минуты. И желанными быть гости не устают. И ночная звезда над сгоревшим приютом освещает всю жизнь и квартиру мою. Освещает всю жизнь и квартиру мою. Я себя отыщу черной точкой на склоне возле станции «Мир». Среди друзей и подруг стою у окна, покурю на балконе. Все у нас хорошо, все прекрасно, мой друг. Постою у окна, покурю на балконе. Все у нас хорошо, все прекрасно, мой друг. Ах, ну какой же разноцветный и отважный, в себе уверенный и невозможный я. Лечу красиво по поверхности бумажной. Закрой плакат на границу бытия. Закрой плакат на границу бытия. Закрой плакат за границу бытия. Музыкальные произведения, которые выражают твое бытие, меняются. Когда-то мы были маленькими, и то, что мы пели, укладывалось в размер 4 четверти. Этого, 2 четверти этого было достаточно, чтобы спят усталые игрушки. Или с голубого ручейка начинается река. Потом, когда я подрос, я стал любить рок-н-ролл, быстрый темп, громкие звуки. А сейчас все больше тянет поблюзить. Со значительным видом, с хабариком в углу рта, чтобы кружечка пива, чтобы что-то побухало рядом. Ну и вот получилось такое произведение, которое называется «Чекетский блюз».
говорил, нес как медведь, делал страшный груз, чтобы пропеть чекетский груз. Я залетел на 40 штук. Чекетский блюз, в нем есть раз, есть и груз. Я с ней на небо поднимусь и пропою чекетский блюз. И взглянувши сверху вниз, напоследок к краю самому легко подкачу, и глоток холодный ветра ответов корабли свои в полет опущу. Стану птицей, стану сном, стану чудом среди солнечных столбов золотых. И кем был я, и кто есть, и кем буду, за меня мои напишут канты. Я слышу свет, я слышу ветер, я слышу всех, кто здесь спускался до меня. Они живут на небе вечно, как тот вчерашний, под горе летящий я. Эй, как тот вчерашний, по горе летящий я. Эй, как тот вчерашний, по горе летящий я. А потом весна поднимется в горы, и на лыжах нам чехлы застегнет, и в прошедшее помчится так скоро этот год, этот год. И в ручьи уйдет снегов вдохновенье, не держи тоску в душе, не держи, потому что наш сезон, к сожалению, это жизнь, наша жизнь. Да будет свет, да будут лыжи, и наших лыж на нашем снеге вершин. Ведь нам без них уже не выжить, наш сезон, вся наша собственная жизнь. Эй, наш сезон, вся наша собственная жизнь. Наш сезон, вся наша собственная жизнь. И выдох наш ветра стоит. Река времен не останавливает бег, но здесь без нас он вечно будет. Как высота, как этот свет, как этот снег. Как высота, как этот свет, как этот снег. Как высота, как этот свет.
этот снег. Горнолыжников Лукойла. А отделение клуба Чигетия в Лукойле. Вот так. Натопим, навалим снега. Нормально, не волнуйся. Без проблем. Прошу прощения за серьезные песни. Я сейчас спою песню. Нет, ну, ребята, сейчас будет делать вот так. Сейчас я спою еще одну песню, после чего Костя сыграет нам. Костя Шаталов, я его вам плохо представил. Это замечательный человек, наш горнолыжник. Вот, он профессиональный гитарист, но самое классное, что он еще и профессиональный технарь. То есть с ним удачно все сочеталось. Это наш человек, сосед. Вот. Он работает в клубе Мефисто, да, Костя? Это Шмидтовский, как адрес? Шмидтовский 10. Вот, если хотите, приходите его послушать. Вот. Но сейчас я вам покажу. И я горд тем, что я с такими людьми знаком. Похлопайте ему, пожалуйста. Вот. Следующая песня, которую я вам сейчас покажу, посвящается нам всем вместе. Что нас тянет по этой жизни куда-то? И куда нас тянет? И зачем мы ездим в эти горы? Ведь можно же здесь напиться водки, тихо полежать на диванчике, посмотреть телевизор и почувствовать радость жизни. Но мы вместо этого покупаем дорогущее снаряжение, отрываем себя от дел, от семей и от знакомых и тащимся куда-то в зону боевых действий, которые по-другому никак не назвать. Я помню, когда мы ехали домой, проезжали надпись «Будённо 143 километра», весь автобус вылез из окошек и стал фотографировать это дело, было 3 года назад. Песня посвящается нам всем, в общем, а в частности посвящается австрийцу 44 лет, который в ясный, погожий мартовский, апрельский день, 6 апреля, приехал к нам, у него трое детей, хорошая работа, много пива, красные лыжи, приехал на Северный Кавказ, и его не стало, к сожалению. Вот что его тащило? Видимо, то же самое, что и тащит нас всех. Его душа стремилась в горы, и там осталась навсегда. Пробивший в космос коридоры за все прошедшие года. Его душа в ледник влетела потоком белого огня и навсегда простилась с телом. И нас осталось охранять. Пусть каждый для себя решит. Один живет души движением, другой спокойствием души. Мы с вами многое не стоим, коль на равнине места нет. И только космос успокоит движение секрет, и следы его кошек уходят легко на стекле голубом ледника, и текут по него невесомой рукой облака, 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 облака. Thank you.
прошел сквозь все границы. Он бытия сломал хомут, он может там теперь селиться, где место только лишь ему. Он будет продолжать вечно писать дорог своих страху и улыбаться людям встречным и вверх идти по леднику. И следы его кошек уходят легко на стекле голубом ледника и текут облака, 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 облака. Предоставить сцену Косте Шатау, который вам сыграет, к сожалению, одну песню. А потом Володя Городейский, он в зале, да, мы закончим концерт надлежащим образом. Костя, Мамзельку! Мамзельку давай! Мамзельку! Смотри, не обмани. Thank you.
Чудное мгновение. Передо мной явилась ты. И в снег я выпал из сиденья с пятиметровой высоты. Ах, какая мамзелька стоит, ковыряет перчаточкой лыжи. И комбезиком ярким ее вся вселенная озарена. И не вижу я уж ничего, и уже ничего я не слышу. И ни чайников нет, ни бугров, лишь подъемник, да Серега, да я, да она. Мне красиво коленки поджав, да размазанную рядом веером снежный, как павлин распускает свой хвост, увидав там чего это вдали. И красиво откнув палтив санек, насладив бы голосом нежный, говорящим, по счастью, лишь мне. Но че больше места себе не нашли. А потом целый день обучать, как вести параллельные лыжи, прикасаясь наглядности для к ее ножкам дрожащей рукой. И за кружкой глинтвейна в кафе из себя столько умного облыжить, сколько за год не наговоришь, изучая истмат глубоко. Я шутил бы умной островок, словно целый отряд ковыена, и красиво бы с ней танцевал, танцев быстрых и медленных ряд, и вообще вел нас ток в себя, и уверенно, и вдохновенно, что добился подвес в конце до концов, то, о чем не всегда говорят. Прибив вверху облачков паутинка внизу, шум зеленый сосны, любовь в горнолыжных ботинках, под ласковый шелест весны, под ветреный шелест весны. Слишком сильно, наверное, мечтал я об этом небесном создании, и цепочку забыл отстегнуть, уж доехал до самых небес. И канавщик в достойных словах развратил мне земное сознание. А когда вниз слетел я орлом, милый образ со склона исчез. А потом все болела душа, а сокровище канувшим в лету, ход, друзья, прожали всю ночь и встречали потом хорошо. И в Макдональдсе встретив ее без комбезика, лыж и чигета, я смотрел на нее, я смотрел, но подумал, вздохнул и ушел. Вверху облачков паутинка, внизу шум зеленой сосны, любовь в горнолыжных ботинках, под ласковый шелест весны, под ветреный шелест весны, под бешеный шелест весны. Концерт подходит к концу. Хватит испытывать терпение. Чигет растаял, Чигет растаял! Гол там палку! Чигет не таял! Потом Миша, все! Миш!
давай. Как он мог растаять, когда еще снега там не было? Так он в том году растаял. Давай, для нас гоните. В нашем клубе стало славной традицией затягивать концерты, истязая администрацию, повинуясь слепой воле некоторых нетрезвых слушателей. Не будем упоминать их фамилии в этом зале. Не будем показывать на них пальцами. Будем вести себя культурно и вежливо. Но заметим, что приходить надо вовремя, а не во столько, во сколько принято это у нас в клубе Чедетия. То есть на полчаса позже. Все попытки президентов, бывшего и нынешнего, хоть как-то этот процесс наладить, увенчались провалом, назначая на 2 часа дня, зная, что придут не позже, не раньше 2:30. Сегодняшнее мероприятие еще раз наглядно это проиллюстрировало. Это не критика, это просто радость по поводу того, что вы все-таки пришли. Вот. Но это было лирическое вступление. А теперь мы споем вам дуэтом. Дуэт президентов. Ельцина и Путь. Ой. Ну, в общем, вы поняли. Мы с Владимиром Давыдовичем посетили Эльбрусиаду в прошлом году. И я не смог зайти на Эльбрус после этого. Но песен мы написали множество. Зато поздравьте его, он зашел на Эльбрус в этом году. И что самое главное, мы жили с Вовой в 2 номерах, общей вместимостью 7 человек. И ничего никак вообще. И это было так удивительно, что мы написали с ним море песен. Мы вместе с другом Вовой приехали в Терскол. Морально так здоровы, хоть в этот раз бежим. Всемирного масштаба собрала слез страна. А что нам эти бабы, бессонница одна? Мы на горе пыхтели до самой до зари. И так красиво пели, что Вова аж охрип. Духовно мы не слабы, а то вообще хана. А что нам эти бабы, бессонница одна? А вот такие с Вовкой мы мужчины. Почему никто не попал? И нам когда нужны одни вершины. Дары дарам, чтоб мы упали тяжелей. Дары дарам, чтоб мы упали тяжелей. Мы песни сочиняли, народные пишем. И статус свой подняли, как шляпа Горбачев. Вдруг Вова, дай мне крава, ты лучший старина. А что нам эти бабы, бессонница одна. Ура, Эльбрусиада, да здравствует Турин. И песни до упаду, и танцы до зари. Не влезли никогда бы мы в гору до темна. Поскольку жизнь без бабы, бессонница одна. А вот такие с Вовкой мы мужчины. И все нам мало, сколько ни налей. И нам в горах нужны одни вершины. Дай дорог, чтобы потяжелей. У нас лишь не раз нашей надежды на уме. От радости рыдаем, кому сейчас легко. Раз следующий страдает, пусть без баб, пусть без любов. А вот такие с Вовкой мы мужчины. И все нам мало, сколько ни налей. И нам гораздо нужнее они вершины. Дай дорогу, чтобы потяжи. Дали дорог, чтоб был потяжелее. Сейчас перед вами выступит ансамбль «Сувенир, но не подарок» в составе 2 президентов. Не слышу аплодисменты. Артибальда Гладышова. Товарищ Крюгер, погром! Я сказал, 2 президента, что утром. Уходи. Константина Шатава. Мне ты не скакай.
пора, на-на-на-на-на. Распроститься наш Лесков, на-на-на-на-на. Наш Донбасс, на-на-на-на-на. Два крыла, на-на-на-на-на. Горной птицы, горной птицы. Да, братцы, значит, в принципе, танцевать, конечно, можно, но желательно так умеренно, поскольку... Администрация продолжает контролировать ситуацию. То, что состоит из солнца, то, что состоит из неба, то, что состоит из ветра, скорости и горных лыж. То, что составляет счастье, проживает в наших душах. Ты, пожалуйста, запомни этот ориентир простой. Беда простая. Выступлению прекрасных мужчин, да. Мужчин. Некоторые из них побиты, дамы вообще у нас всегда прекрасные, поэтому я надеюсь и очень прошу, следующий концерт 20 февраля. Евгений Иванович, я правильно сказал? Да! 20 февраля
прекрасный вечер туристической песни. И все наши добрые друзья, надеюсь, примут в этом участие. Спасибо.